есть мнение, что использование аллогенных материалов запрещено законодательно в Российской Федерации. В Российской Федерации действует закон о трансплантации органов и или тканей человека 92 года, который разрешает использование биоимплантатов, изготовленных из ткани человека. У нас никаких проблем нет. Презумпция в основе закона лежит, презумпция согласия. То есть никаких проблем нет. Какие законодательные акты и законы регулируют данную сферу деятельности? Обязательным условием является регистрация технических биоимплантатов, средств медицинского назначения в Росздравнадзоре. У нас имеются все разрешающие документы, позволяющие вести этот вид деятельности. У нас есть лицензия на заготовку ткани, то есть все необходимые документы и все разрешающие такой вид деятельности документы и средства у нас имеются. Более того, мы имеем международный сертификат соответствия управления системой менеджмента качества ISO 9001-2008, и в принципе мы работаем на мировом уровне.